Эта обувь сделана не в Италии, не в Турции и даже не в Китае. Эти туфли made in Шымкент из натуральной кожи и по цене от 4000 тенге. Сапоги, ботинки, туфли, шлепки – всю эту продукцию вручную уже более 2 лет сначала моделируют, затем выкраивают, шьют и склеивают на шымкентском мини-предприятии. Подошву привозят из России, кожу из соседнего Тараза. Такого листа хватает на 8 пар обуви. Его стоимость – 10 тысяч тенге. Трудности были, вот первое начало. Вот мы думали, вот сможем ли это делать или не сможем. Вот. И вот получился вот так, нормально все. Свой бизнес Алимжан Ибраимов открыл с бывшими коллегами. После закрытия в 1995 году фабрики «Заря» все они перебивались случайными заработками. Шухрат Хасанов, сапожник-заготовщик, навыки и сноровку не растерял и без долгих раздумий присоединился к возрождению обувного производства в Шымкенте. Производства же нет обуви. Давайте. Собрались, начали. Машинку взяли, фортуну взяли, комбайн. И пришлось пару ребят еще обучать. То есть как вы... Как говорится, наши раньше, кто работал, они все профессии уже поменяли. Uh-huh. И не захотели обратно вернуться. Ну, значит, пришлось на этот новых обучать молодежь. Преуспевающие бизнесмены на жизнь не жалуются. Пока в этом цехе трудятся 13 человек. Производят около 50 пар обуви в день. Отбоя от заказов нет. Сюда и частные клиенты приходят. Сотрудники правоохранительных органов покупают служебные туфли. И оптовые закупщики Южно-Казахстанской области. В мечтах предпринимателей возрождение былой славы обувной фабрики «Заря». Коллеги по бизнесу собираются обратиться за государственной поддержкой.